День рождения сотрудники компании «Анрекс» встречают вместе и очень дружно. Так уж повелось здесь с первых дней существования предприятия. В коллективе должны царить уважение и взаимопонимание. Во многом именно эта правильная мотивация стала залогом успеха. Даже в непростые времена люди не спешили уходить, а наоборот старались сделать все возможное для того, чтобы компания вышла на новый этап своего развития. В праздничный день от руководства в адрес тех, кто на протяжении многих лет остается преданным своему профессиональному выбору, звучали слова признательности и благодарности. Радует то, что наша мебель очень пользуется спросом, и просто ее не хватает. Мы не успеваем ее выпускать настолько, насколько требует потребитель. Вот, поэтому я желаю, чтобы наши возможности совпадали с желанием людей. Вот, и всем желаю, нашим сотрудникам, здоровья самое главное, позитива во всем, всегда хорошего настроения, с радостью идти на работу, потому что большую часть жизни мы, естественно, проводим на работе. Вот, это наша жизнь, это наша семья, поэтому чтобы наша семья крепла, приумножалась. У каждого из тех, кто этот праздничный день разделил с коллективом, своя история появления на «Анрексе». Однако объединяет всех этих людей главное – любовь к своему делу и трепетное отношение ко всему, что происходит на предприятии. У нас поменялись станки, как бы рабочие, все много поменялось, много осталось на старых работников. Все друг друга знают практически у нас. То есть как бы коллектив хороший у нас. Все вместе работаем. Спасибо, хочется сказать нашим учредителям, руководителям за достойную зарплату, за хорошее рабочее место. Нам приятно работать в нашей компании. «Анрекс» – знаковое предприятие для города и региона, а потому поздравить юбиляров пришли представители местной вертикали власти, которые, в свою очередь, пожелали коллективу компании долгих и, что немаловажно, продуктивных лет жизни на мировом рынке. Верьте, что нельзя достичь этих успехов просто так. Одним шажком ничего в жизни не происходит и не делается. Достигнуть успеха и доказать, что ты лидер, можно с командой профессионалов. Особенно с той командой, которая пришла буквально с первого дня работы и работает до сих пор. И, конечно же, под мудрым руководством ваших учредителей и ваших директоров. Хочу пожелать всем работникам предприятия благополучия. Еще раз поздравляю. Хочу присоединиться к высказываниям многих наших руководителей. Здоровья, успехов, уважения в ваших семьях. Ну и неспокойной жизни на нашем предприятии. Компания «Анрекс» появилась на промышленной карте Беларуси ровно 20 лет назад как резидент свободной экономической зоны Брест. Из предприятий с численностью в несколько десятков человек за годы большого и кропотливого труда оно превратилось в масштабный производственный комплекс, отвечающий всем требованиям времени. Конечно же, сердце предприятия – его производственные площади, где ежедневно появляются на свет новые мебельные решения. Объемы производства за последние несколько лет существенно выросли благодаря современному немецкому оборудованию и качественным экологическим материалом. На выходе покупатель получает не просто новые стулья, кровати и тумбы. Своим продуктом компания «Анрекс» доказывает и наглядно показывает – мебель может быть произведением искусства. В этом сегменте есть множество шкафчиков, тумб, кроватей, очень широкая разновидность. То есть некоторые серии может доходить до 50 видов в каждой. Прихожие, кухни, спальни, гостиные – он практически весь ассортимент, что надо человеку в квартиру, он охватывает. Но все же главным движущим механизмом предприятия с 20-летней историей являются люди. В большом коллективе немало тех, кто трудится в «Анрексе» более 10 лет. Специалисты одной большой промышленной платформы стараются идти в ногу со временем. И для этого на производстве создана собственная программа обучения. Очень много людей, которые работают тут уже не один год, а работают очень долго. И за это время они освоили и одно оборудование, и второе. Есть такой принцип, что человек работает одно время на одном станке, потом переходит на второй станок. То есть в итоге через какое-то время он становится специалистом, который может работать на практически всех машинах, которые здесь есть. То есть это плюс. 20 лет в соотношении с человеческой жизнью – это определенный этап, когда первая стадия, стадия становления, уже завершилась, а следующий период роста и развития находится в активной фазе. Сегодня компания вступает на новый производственный уровень, который обещает быть не менее интересным и продуктивным.